12 июня 2020 год, Шри Бхактисиддханта Нагоди Мант, Шри Шримад Бхактивиданта Бон Махарадж. Мы с вами слушаем Гранту Бхактивинода Такура величие. И Бхактивинода Такура, он говорит о том, что совершая намабаджан естественным образом в сердце садаки проявятся все бхавы. Но как повторять харинам? Бхактивинода Такур, он дает доказательства и объяснение того, как необходимо повторять святое имя. Сам Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне. Что тот, кто поклоняется Васудеве в течение многих жизней, на его устах будет проявляться святое имя бесконечно. Тот, кто поклоняется Виграхе, Васудеве, каков результат этого служения? Это то, что такая личность будет способна повторять имя Хари. И далее Бхактивинода Такур объясняет славу Харинаму. Бхактивинода Такур на бенгальском произносит эти шлоки, и он проявляет славу святого имени. В Махамантре присутствует 16 слов и 32 слога. Это называется Ашта Югала Нам. 8 пар. Когда садака начинает повторять Харинам, необходимо понять, что Харинам — это настроение разлуки и встречи. И Бхактивинода Такур в этой главе, он описывает
8 шлок Шикшаштаки в каждой из главе этой гранхи. Речь идет о Баджанарахасе. И также он рассказывает суть и ступени от шадхи до премы. Итак, во всех этих 8 главах он описывает эти ступени и значения 8 шлок Шикшаштаки. Он рассказывает о том, что необходимо совершать Кришнанаму с Шрадхой, с верой. И тогда авидья, невежество, оно будет разрушено из нашего сердца. И сердце здесь сравнивается с зеркалом. И это первое шлока Шикшаштаки Четадарпана Марджинам. Итак, это первое шлока Шикшаштаки. Здесь говорится о том, что необходимо повторять Харинаму Санкиртану со Шрадхой, с верой. Первое — Хари Кришна. Что произойдет при повторении Хари Кришна Махамантры? Ваше сердце, оно начнет очищаться, так же, как на зеркале. Присутствует какая-то пыль, и если она очень грязная, то вы не способны увидеть свое отражение. Таким же образом, на то, насколько вы вымоете это зеркало, настолько вы сможете увидеть ваше собственное отражение. Таким же образом, в первую очередь, повторение Харе Кришна, вот это первое слово Харе Кришна, оно очищает наше сердце, зеркало нашего сердца. Второе Харе Кришна в Махамантре. То есть у нас идет Харе Кришна, Харе Кришна. Итак, вторая пара Харе Кришна, Югаланама Харе Кришна. Бхагаван, он милостиво вкладывает всю свою энергию в Харинам. Как мы можем получить сатсангу? До тех пор, пока мы не получим милость Господа, мы не сможем обрести сатсангу в этом мире, блуждая в нем. Когда мы понимаем временность этого материального мира, когда мы направляемся к сатсанге, когда мы понимаем, что этот мир, он временный, и однажды он разрушится, тогда мы обращаемся к сатсанге. Миллионы и миллионы джив, они блуждают в этом материальном мире, но сколько джив, они направляются к бхакти, к сатсанге. На самом деле, без милости Бхагавана это невозможно. Джива, она может заинтересоваться в сатсанге только по милости Господа. Туласидас, он говорит, если кто-то не получит милости Кришны или Рамы, такая личность, она не сможет прийти к сатсанге. Она не сможет сделать правильный выбор. Бхактивинод Такур Хари Кришна Махамантри во второй паре Хари Кришна, он объясняет это. Здесь описывается прогресс в Баджана Ништхе. Когда жива начинает сатсангу, она начинает прогрессировать
в повторении святого имени. Потому что когда человек просто повторяет Махамантру, у него нет этой энергии. Но обретая сатсангу, такая личность повторяет уже Харинаму, обретая энергию. Бхактивинода Такур в этом баджане он объясняет путь принятия намы, нама грахам пранали. Первое югала нам Хари Кришна и второе югала нам Хари Кришна. В сатсанге садак начинает повторять святое имя, и он обретает особую энергию в своем сердце. Итак, Харе Кришна, Харе Кришна. Это Мирнам, то есть это встреча. 16 слов. Их называют Ашта Йогала Нама, 32 слога и 16 имен. 6 Миранатмак и 2 Вирахатмак, то есть первое Хари Кришна, затем опять Хари Кришна. Что это такое? Милана. То есть это встреча. Это проявление настроения встречи. И Бхактивинода Такур он говорит о том, что повторяя первые две пары слов Хари Кришна Махамантры садака, он памятует о встрече Божественной Читы. Просто повторяя Харинам. Просто если вы будете перебирать четки в руках, это еще не повторение святого имени. Вы знаете, как если вы с помощью веревки вы знаете, бывает в колодец, вы опускаете ведро с веревкой и пытаетесь достать воду. Но это не просто какое-то упражнение. Вам не нужно просто перебирать четки в руках, вверх и вниз, опускать. Это на самом деле не должный процесс повторения святого имени. Просто когда вы тянете четки вверх и вниз, на самом деле вы не сможете добиться никакого результата. Вам необходимо медитировать. И Шрила Рупа Госвами говорит «Таннама Рупа Чаритади Сутки Иртананам».
Повторяя Бхагават нам. Необходимо медитировать на Раду и Кришну. И это истинный путь повторения святого имени. Все повторяют святое имя, Гьяни, даже Майвади. Все они повторяют святое имя. Кришна Баларам храм, который рядом находится с нашим храмом в Матхуре, это Адвайтивада Мандир. Они также каждый день повторяют святое имя. Ну, как они повторяют? Хари Рама, Хари Раму, 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 Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна. То есть наоборот. Они начинают Махамантру с Хари Раму. Они говорят, что в шастрах написано, что Махамантра должна начинаться с Хари Рама. Есть книга Гита Пресс, и там описано то, что Хари Рама — это первые слова, то есть с этого начинается Махамантра. Кали Сантарану Падишат говорится, что Махамантра на самом деле начинается с Хари Кришны. Во Вриндаване даже великие лекторы Бхагавата, они говорят, что Веда мантра, она начинается с Хари Рама, но с Чайтанья Махапрабху. Он осознает, что не у всех есть квалификация повторять мантры. Поэтому он начинает Махамантру с Хари Кришны. В Упанишадах вы можете встретить, что Кали Сангкальпа, вы можете встретить, что на самом деле Махамантра, она начинается с Хари Кришны. Кали Сантаран Упанишад и Гита Пресс также говорится о том, что сначала говорится Хари Рама. Это все из-за влияния века Кали. Что делать? Да, я рассказываю историю о том, как один лектор рассказывал Рамаяна Катху. И один слушатель сказал, одно и то же ты рассказываешь. Рама Катха, она вся одинаковая. Раван, он украл Ситу. И постоянно я слушаю одну и ту же историю. А лектор сказал, ну что я могу тебе рассказать нового? Что, я, может быть, я должен рассказать тебе, что Рама украл Ситу? Ты хочешь это услышать? Он говорит, о, да, это будет уже новенькая история, мы хотим послушать это. На самом деле мы должны говорить то, что описано в шастрах, мы не можем что-то придумывать. И Тула Сидас, он говорит, это не тот, кто может придумать какие-то новые истории. Но на самом деле тот, кто может производить новые и новые истории постоянно, тот будет как бы очень популярным и сможет зарабатывать деньги. Однажды один пандит, он пришел с Джайпура, и он также проводил Бхагават.
Они построили здание и постоянно проводили там Бхагаватам. Он на самом деле был пандитом, и, может быть, 300-400 человек следовали ему. Утром они проводили Говардхана Парикраму. И также он проводил Бхагаватам. Много богатых людей приходили на Бхагаватам. И он говорил, что в Кали-югу необходимо повторять Хари Раму, Хари Раму, Рам Раму, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. То есть он менял порядок Махамантры. И он говорил, что в Кали-югу самым главным является Нама Санкиртан. Еще Нарайан Махарадж сказал, ты пришел из Джайпура. И в Джайпуре есть библиотеки очень старинные писания. Если ты возьмешь Кали Сантарину Упанишаду оттуда, не читай из Гита Пресса, потому что Гита Пресса, она ей только 100 лет. Ты почитай Кали Сантарину Панишады, которой 5000 лет, и она присутствует в библиотеке Джайпура. И ты увидишь доказательства там. И что там написано? Кали Сантарину Панишады. Там начинается Махамантра с Хари Рама или с Хари Кришны? И он сказал, ты должен отправиться сам в библиотеку и найти доказательства. И тогда он сказал, хорошо, я попытаюсь найти это писание и найти подтверждение этим словам. Ведь потому что множество людей, они слепо следуют чему-то и не обращаются к священным писаниям. Но если вы на самом деле обратитесь к священным писаниям, то вы увидите, что на самом деле Махамантра, она начинается с Хари Кришны. И здесь присутствует сам Югаванам Хари Кришна. Имя Шримати Радики Хара. И в вызывательном падеже Хара будет звучать как Хари. То есть, когда вы кого-то зовете, то окончание немного меняется. Нет необходимости использовать сложности грамматики, изучать ее. На самом деле это очень просто, и можно легко каждому из нас понять это. И Шрила Гурудева написал для нас Грандху Харинама Махамантра. Каждый должен прочитать ее. И там Шрила Гурудева, он объясняет каждое слово из Хари Кришна Махамантры. И также перевод Дживе Госвами, Рагунатаса Госвами, как они описывают значение Хари Кришна Махамантры. Вы можете все это найти в этой книге. И Шрила Бхактивинода Такур, который является Камалой Манджари, он дает четкое объяснение, что, повторяя Хари Кришна Махамантру, необходимо медитировать на лилы встречи, когда вы повторяете именно Хари Кришна, вот эту пару святых имен. Необходимо медитировать на лилы встречи Божественной Читы и также совершать служение в своем уме. И тогда мы будем способны повторить чистое святое имя, когда мы будем находиться в обществе чистых преданных и повторять в их обществе, повторять святое имя. И Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада в своей книге «Вопросы и ответы», он говорит, что мы можем на самом деле повторять святое имя, чистое святое имя, только лишь тогда, когда мы повторяем его в обществе чистых вайшнавов.
Это здорово, если вы можете повторять один, да, это также хорошо, но находясь в общении с чистыми преданными, вы сможете понять значение Харинама. И Шрила Бхактивинода Тхакур в этой грандхе, он объясняет это. Он объясняет, как необходимо повторять Харинам. Ведь Кали-Югу нет другого пути. Нет другого пути для достижения Господа. Только Харинам может привести вас к Нему. Но как же нужно повторять Харинам? Первое. Мы с вами уже обсуждали, что есть два вида садаки. И эта грамма как раз начинается с этого. Здесь описывается два типа садок. Это джатирати садок и аджатирати садок. Джатирати садок — это тот, кто достиг уровня рати. После асакти наступает рати, а после рати наступает бхава, и после бхавы наступает према. Тот, кто не развивает это рати, он еще не достиг этого уровня, такой лишит такого садака, называют аджати рати садак. Необходимо повторять святое имя, но как? Сначала необходимо четко повторять все слова, сосредоточиться на этом. Иногда мы говорим «Харе Кришна, Кришна, Кришна», и ничего не понятно, просто какая-то каша. Мы четко не выговариваем слова. Но в первую очередь не нужно торопиться «Харе Кришна, 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 Кришна». Не нужно повторять таким образом, просто перебирая четко. Иногда мы пропускаем бусины, и за один час мы лакхаринам повторили. Красота. Это не, на самом деле не истинный путь повторения святого имени. Мы должны повторять святое имя должным образом. Четко проговорил все слова. И мой Гурудева, он говорил, если вы не способны повторить лакхаринаму, ничего страшного. На самом деле, Чайтанья Махапрабху рассказывал, кто такой Лакхпати. Тот, кто... Тот, у кого не беспокойный ум, а тот, кто полностью медитирует на Харинам. И чисто, четко повторяет всю Махамантру. И такую личность также называют Лакхпати. Не только тот, кто повторяет Лакхаринаму. Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, он также объясняет путь повторения святого имени. То есть те круги, которые вы повторяете, каждое святое имя, вы должны четко слышать его, прислушиваться, что же вы повторяете. Вы должны сами слышать, что вы повторяете. И такова первая стадия Шрила Прабхупада, он объясняет это. Потому что если вы будете делать это быстро, то к чему это приведет? На самом деле, вы можете повторять даже меньше, но делайте это хорошо, повторяйте должным образом. Если вы не повторяете от всего сердца, вы повторяете лак, харинам, ну, пускай это будет лак, но это будет лак намапарадхи. Во время повторения, если мы медитируем на вишая, на что-то материальное, это будет намо-аппарат. Это будет оскорбление святого имени. Пускай вы повторяете меньше, но делайте это хорошо. Медитируйте на святое имя, слушайте, что вы повторяете. От шрадхи до асакти садака должен очень хорошо сосредотачиваться на святом имени.
чистое святое имя. Что это такое? То есть для начала нужно четко повторять святое имя. Не должно быть Харирам, Харирам, Кришна, Кришна. Не должно быть так. Вы должны четко выговаривать все слова, сосредоточившись на святом имени. А для Джатирати Садака Шрила Бхактивинода Тхакур, он описывает наставление для для обоих видов садака. И далее он описывает на Намакари Бахудхани Джашрава Сактис. Необходимо медитировать на две эти шлоки и повторять святое имя. И это как раз-таки описывает встречу Радхи и Кришны. Мы должны думать о том, как Радха и Кришна, они встречаются. Итак, первая и вторая пара святых имен, Харе Кришна, Харе Кришна, они представляют встречу Рады и Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна. Далее это Кришна, Кришна. Третья пара Югала Нама — это Кришна, Кришна. То есть первая Харе Кришна, Харе Кришна, затем Кришна, Кришна. В третьем Югала Нама, в третьей паре святых имен, говорится о том, что во время Нама Санкиртана Кришна, Кришна уже описывается разлука. Трината Писанчана. Памятуя эту шлоку, Санкья Пурвака Нама Гана на Тихи. Также необходимо медитировать на эту шлоку. Так же, как Шад Госвами, они совершают Нама Баджан. Все время они пребывают в настроении Тринада Пису Нич. Они смиренны и терпеливы. И пребывают в настроении разлуки. Мы также должны медитировать на это настроение. Четвертое имя, пара имен — это Хари Хари. Хари Хари. Хари Хари. Сердце Джатарати Садаки. Какова должна быть молитва? Надханамна джанамна сундарин кавита. Такова молитва. Я не хочу ничего, ни знания, ни богатства. Что мне нужно? Мне нужно только Ахайтуки Бхакти. Бхакти — это значит служение. Есть Хайтуки Бхакти и Ахайтуки Бхакти. В этом мире
максимум, это хайтуки бхакти. То есть это то, что обладает причиной, карма. Из-за какой-то причины мы совершаем какое-то бхакти. И как только причина, она завершена, тогда и бхакти завершена. Максимальное, что они достигают в этом мире, это вот это завершение своей как причины. То есть нужно понимать, на самом деле, когда мы любим Кришну, там нет никакой причины. Но если вы посмотрите на этот материальный мир, то любая любовь, которая есть в этом материальном мире, она подразумевает под собой какую-то причину. Лесу, на деревьях через некоторое время вырастают плоды, и птицы, они едят эти плоды, но как только наступит жаркая погода, и все эти деревья высохнут, тогда птицам уже будет неинтересно находиться там, и они просто оставят это место. Таким образом, в этом мире любовь, она эгоистичная. Только когда мы что-то можем получить от личности, тогда мы будем с этим человеком. И ученик, он также обладает любовью к учителю, даже в школе. До тех пор, только пока он не получил документ, сертификат, диплом и так далее. И как только он получает это, ему больше не интересны никакие взаимоотношения с учителем. Когда вы получаете уже образование, кто-то становится доктором, инженером и так далее. Что дальше, через несколько лет, будут ли у вас взаимоотношения с вашим учителем? Помните ли вы своих учителей в школе, в институте? Все это забыто. Нет уже никаких взаимоотношений с ними. Такова правда. И гопи, они дают доказательства этому. Нищий, он отправляется к грехастхам, к домохозяинам, для того, чтобы собрать какую-то бикшу. И если ему дают там пожертвования, ему нравится этот дом. Как только он получает бикшу, что он делает? Он просто уходит. Как только он получает то, что ему необходимо, он оставляет это место. И он дает катху. А потом, как только он получает бикшу за то, чем он пришел, он говорит «Джай Джай Ситарам» и уходит. И вся катха заканчивается. И гопи, они сами приводят этот пример. Даже проститутка, она заводит взаимоотношения с богатыми людьми только для того, чтобы получить деньги. И ей будет неинтересно общаться, иметь какие-то взаимоотношения с этим богатым человеком, когда у него закончатся деньги. Такова правда этого материального мира. Но любовь между гопи и Кришной, она ахайтука, ахайтуки, она не обладает никакой причиной. Она абсолютно беспричинна и чиста. Ведь в этом мире, когда уничтожается причина, уничтожается и любовь, она тут же заканчивается. Но в духовном мире все по-другому. Уддава, он размышлял о том, что говорят гопи, и он думал, да, это правда, настоящая истина. Эта любовь, она несравнима ни с чем. Любовь во Враджа. И он думал обо всех ступенях любви, и в конце он сказал, в
Двараки Махеши, они также обладают определенной любовью, но для них невозможно испытывать такие же чувства, как гопи. Даже Сатибхаума, которая проживает в Двараке, эта бхава невозможна для них. Удава, он думает об этом. Что это за према, которую испытывают гопи? И почему же Кришна, он отверг эту любовь, и сейчас он находится в Матхуре? Почему же он не пришел сам сюда, во Врадж, и отправил меня? В чем же секрет? Удав, он не мог понять этого. Он просто размышлял над этим. Итак, повторяя четвертую пару святых имен, Хари Хари. Если Аджата Рати Садика, необходимо молиться со Шлопином Ханам на Джанам на Сундарим. Мама Джанма Джанма. А, Хайтики Джанма. Мама Бхакти, Хайтики твои, чтобы... Нужно молиться о том, чтобы я получил Хайтики Бхакти. С глубокой любовью необходимо повторять святое имя. Необходимо думать о встрече Господа. То есть в четвертой паре святых имен опять мы медитируем на встречу Радхи Кришны. То есть первые две это была встреча, затем разлука и затем опять встреча. Итак, далее. Это Хари Рама. Следующая пара. Аджата Рати Садак, повторяя Хари Раму, он молится о Дасе Бхаве. Аджата Рати Садак, что он делает? Он молится, пожалуйста, сделай меня слугой своих лотосных стоп. Так молится Садака. Дас значит слуга. То есть это настроение и тенденция служения. Сева Бхава. Некоторые люди, они говорят, почему-то мы должны становиться слугами, мы хотим стать повелителем. Но в духовном мире, будучи слугой Господа, это не так просто. Но личность, которая не обладает истинной удачей, она не может стать слугой Господа. Это не так просто обрести прямое служение лотосным стопам Бога. Многие совершают тяжелые аскезы для того, чтобы достичь этого служения. А многие даже не понимают значения этого. Если кто-то в пятой паре святых имен Хари Рам, Аджата Рати Садака, он должен молиться о Дасе Бхаве, чтобы настроение служения проявилось в сердце. Что такое Дасе? Дасе — это Сева Бхава, тенденция к служению. Когда у вас есть Самбанда и Мамата. В Шантарасе есть только ништха, там нет тенденции служения. В
У преданных в Шантарасе нет чувства мамы, у них нет настроения служения. Сева Бхавана начинается с Дасья Бхавы. Также Дасья, она зависит от самбандхи, от взаимоотношений. Каждый служит в соответствии со своими взаимоотношениями с Господом. Во Вриндаване Субалы, Шридам, они в соответствии со своими взаимоотношениями с Кришной, они служат Ему, то есть они воспринимают Его своим другом. А мама Ишода и Нанда Баба, они служат Кришне как своему сыну. А Гопи служат Кришне в Мадурья Бхаве. Таким же образом, здесь описывается это пятая пара святых имен. Далее. На асакте это ништха к баджану и асакте баджаниа васту. То есть здесь привязан к баджане, к Кришне и также совершение либо в бхакти. Асакти это привязанность к Кришне. Есть ашрая и вишая. Ашрая бхаджа это гурупада падма, а вишая бхаджа это югала саракара бхаджа, Радха и Кришна. По беспричинной милости Гурупада Падмы. Гуру Пада Падме, мы получаем сена баджан. И далее мы шраваном и киртаном поливаем это семя. И постепенно это семя, оно будет прорастать. И затем оно станет лианой и пересечет эту планету, пересечет Брахмалоку, Садашиву, Брахмалоку, Вайкунтхалоку, Двараку, Мадхуру. И куда она дойдет? До Галока Вриндавана. И когда эта лиана она достигнет Галока Вриндавана, это даст плод. Но смотрите, где мы даем воду на этой земле, а докуда дойдет эта лиана? До Галока Вриндавана. Поэтому так необходимо совершать садхану здесь. Ой. Итак,
Что говорит Махапрабху? Все должны повторять Харинам. Хари Кришна. Хари Хари. Хари Рам. Хари Рам. Нет необходимости повторять какой-то другой нам, какое-то другое имя. Вам необходимо просто повторять Хари Кришна Махамантру и Махапрабху. Он делал большой акцент на этом. Так, это панчам югала нам. Да, первая югала нам это была встреча. Далее это была опять встреча, потом разлука, затем опять встреча. И пятая это Милан. Опять встреча. Итак, Бхактивинода Тхакур, он показывает, где же в Махамантре, какой из пар святых имен приводится встреча или разлука. Где мы должны медитировать на либо встречи, а когда на либо разлуки. Дай вот.